добавить еще несколько слов, на самом деле, вот по поводу самой акции. Многие там говорят, что акция, кому-то она не понравилась, кому-то еще что-то, но можно по-разному к ней относиться, но оказалось, что такая, на самом деле, невинная перформанс показал, что в Украине проблемы, есть очень серьезные проблемы с правами человека и вообще с возможностью выражать свой протест, свое мнение, свою гражданскую позицию. Оказалось, что за невинные совершенно действия, за выступление против какой-то там комиссии по морали, которая непонятно вообще, какую имеет легитимность, какие она имеет права судить о том, что морально, что духовно, а что нет. Вот только за это и как бы человек может оказаться в тюрьме на 4 года. Я считаю, что принципиально важно то, что сегодня мы протестуем, то, что сегодня мы собрались и выступаем против криминального преследования, поскольку завтра за любое другое акцию протеста, перформанс, художественную акцию или политическую, или гражданскую, точно так же, если Володарский останется в тюрьме, может оказаться за решеткой кто-то другой. Поэтому, мне кажется, этот прецедент принципиально важен. И здорово, что все мы здесь сегодня собрались, хотя повод